Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube-канала. С вами Константин. Мы продолжаем проходить One Piece Unlimited Cruise 2 на ПК. Собственно говоря, в прошлой серии мы с вами одолели очень клевого босса. Это был босс Дон Фламинго. Я очень рад, что я прокачал персонажей в прошлый раз, несмотря на то, что их сила мне, в принципе, не пригодилась из-за всемогущего Чоппера. Вот. Но я сейчас перед записью нафармил все, что нужно было, соответственно, мне для мега-кирки, чтобы можно было открывать новые локации. Вот. Мне самая дилемма была найти, соответственно, сам рецепт, чтобы кирку сделать. Вот. Спасибо, что подсказали мне, что нужно смотреть карту сокровищ, что я, в принципе, и сделал. Оказывается, что... Так, ну здесь я сейчас так не посмотрю. Вот, у меня одна была собрана карта сокровищ для первого острова, и оказывается, что именно как раз там и была кирка. Вот. Рецепт кирки я там сделал усовершенствованной ловушки, то есть там, в принципе, материалы все были элементарные. Так что я это показывать вам не стал. Итак, ну что, устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас серия будет под названием «Будем открывать новые части локаций на каждом из островов». Ну, по крайней мере, посмотрим, сколько займет это времени, потому что вдруг сейчас первый... На первом же острове у нас будет какой-нибудь дополнительный босс, на котором мы повесим. Ну, на самом деле, боссов дополнительных увидеть очень хочется. Так, ну что. Вот там, я вижу, где-то у нас есть дополнительная локация. Звук опять повис, что меня на самом деле очень дико раздражает. Вот здесь, кстати, была, вот был рецепт кирки. Вот карта сокровищ у меня здесь. Как раз собран, да, вот. Единственная карта у меня полностью собрана. Остальные так куски. А, нет, тут еще шестая есть. Так, давайте я на секунду сейчас на паузу нажму, потому что меня вот этот вот постоянный зависший звук, который меня, честно, немножко забодал в этой игре, немножко напрягает. Ну вот снова я тут. Я перезапустил игру и сделал так, что вы, наверное, вообще ничего больше не услышите. Имеется в виду из игры, потому что если звук еще раз повиснет, я у себя тоже громкость выкручу на минимум, больше не буду ее выключать. Итак, ну что, нам нужно попасть вон туда. Давайте взглянем на карту. Где-то здесь у нас был проход. Проход у нас был абсолютно не с этой стороны. Да, нам нужно сейчас обойти все. С другой стороны, вот здесь я поставил, кстати, ловушку. Вот эту, не удивляйтесь. Да, это такая ловушка новая. Такой вот большой агрегат напоминает какую-то будку пса-робота. Но, тем не менее. Итак, ну что, нам сейчас нужно забраться наверх туда. И спробуем новую кирку. Да, там у нас теперь на каждом из островов должны открыться примерно как минимум еще процентов 30, наверное, если не больше, нового контента. Я уверен, что там где-то будут обязательно какие-то еще дополнительные боссы, потому что без них, в принципе, ни в одной из частей не обходилось. Очень... Печально, что в первой части у нас с вами не было тогда вот такой вот кирки, и мы там не смогли апгрейдить все. А! Летел. Вот. Я так полагаю, что это нужно было, в принципе, переносить сохранение. То есть из второй части в первую часть. Но мы с вами этим заниматься не будем, потому что это все не так просто, когда играешь на эмуляторе. Так, куда идти? По-моему, туда, насколько я помню. Здесь я сейчас собирать ничего-то не буду, потому что у меня и так инвентарь, по-моему, кстати, там полный. Я забыл его разгрузить. Ну ладно, тут всякая всячина есть. Так, вы, шуруйте отсюда. Так, что я вообще с вами вожусь? Итак, ну что, вот нового вида стена. Так, теперь достаем нашу... Ни хрена себе, это кирка, а? Отвлечь. Ну что, пробуем, ломаем, что еще делать? Давай. Дуй. Разбили. О, Пур Iron Ore. И у нас Усоп научился что-то с него делать, я не успел посмотреть, что сделать. Говорит, что теперь мы можем что-то сделать, Усоп сказал. Пока я не знаю, что это такое. А, сачок усовершенствовать. Так, нам нужны теперь детали специфист будут. Угу, это как раз-то вот, наверное, чтобы тех чертовых пауков валить. Давайте здесь тоже вот эту разобьем сейчас. Потому что вот эту руду все пособираем, так как она теперь будет полезна. Так, все, там вроде больше нечего было ломать, да?
Ну, по крайней мере, больше не видел. Ладно, пошли. Специально сейчас взял управление за Зоро. У. Кстати, тут пираты. Тик. Оп. Тихо, 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 ребята. Тут какие-то уже такая толпа. Ну, понятное дело, что подразумевается, что мы здесь уже будем в таком прокачанном состоянии. У Зоро, кстати, у меня до сих пор не открыта коронка. Что-то я его больше не качал. Только кроме того момента, как сам играл. Так что сейчас посмотрим. Так, а у меня воздушный удар у него есть? Не, нифига нету. Нормально. Нормально. О, там что-то выпало. Давай. Давай, 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 давай. Год Iron Scrap. Железо, железная руда, короче, плохого качества какая-то там была. Так, вот этого сейчас убьем, чтобы он мне не мешал здесь ковырять. Я вообще, ну, их бы здесь, собственно говоря, и не ковырял бы, но... Ой, улетел он куда-то. Просто здесь хочется поковырять тут, походу, какая-то нового вида руда. Иди отсюда. Вот. Может пригодиться. Да, вот. Кол, кстати, она мне нужна была зачем-то, вот эта руда. Я правда не помню зачем. Я помню, что нужна была, я еще думал, откуда ее достать. Теперь знаю откуда. Я не знаю, будет ли она здесь респаться, или она здесь одноразовая, как особо редкая руда. Но мы на всякий случай сейчас ее всю пособираем, которую здесь найдем. О, уже повываливалась, брат. Так, давай, 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 давай. О. Оп. Все, с ними особо... Не будем здесь вообще возиться, они нафиг нам не нужны. Пошли дальше. Так, давайте на карту взглянем, куда мы выходим. Нам вообще почти полкарты, я смотрю, здесь открылся. На самом деле так круто. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще толпа, Зоро, быстрее давай ковыряй. О. Тихо. Так, ковыри, 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 ковыри. Ну, ковыряй. О. Оп-оп-оп-оп. Так, вот эту бы еще собрать. Сейчас меня уже стрелять начнут. Вон, они там уже превращаются во все. Да превращайтесь сколько хотите. Так, а здесь вот эти вот опасные сыпучие пески. Ой-ой-ой-ой, меня что-то куда-то на грибах подкидывает. В них лучше не попадаться, может убить. Что такое? Среди зыбучих пусков? Да ладно! Пацифиста! Так, эх, ни черта. Как среди зыбучих пусков ее бить? Так, надо подумать. Это проблема. Фишка в том, что это нужно держаться возле него, и тут будет постоянно засасывать по краям. И будет очень больно бить. Я чувствую, сейчас я настрадаюсь. Зоро сказал, кажется, у нас проблемы. Вот, я не понимаю, они специально здесь сделали так, что нельзя было даже возможности подойти? Вот я пытаюсь увернуться, но как-то не получается. Так, тихо. Вот Зоро у нас мастер меча получил. Ну что, давайте ему сейчас заюзаем. А, наверное, не хватит нифига. Ой-ой-ой. Ладно, будем драться с Зоро до последнего, а там посмотрим уже. А его можно туда скинуть? А почему его не затягивает? Это ж нечестно. Что мне делать-то? Иди туда, иди вон там, подружись с этим. Так, вот это чувство, я вообще зря туда его скинул. А его там даже не кушает, это очень даже несправедливо. Обалдеть. А, нет, смотри, бьет, коцает потихонечку. Так, как мне тебя отсюда вытащить? Да, я знаю, что тут больно все дерется, но чувствую, Зоро меня сейчас убьют, ладно. И приемчик ты не применишь никакой, энергии не хватает. Я Зоро на энергию не качал. Ой, я что-то получил. А, я, кажется, убил эту чертову клешню. Я не буду лечить Зоро, тратить аптечки на это дело. У меня персонажей хватает. Я думаю, мы сейчас справимся. Нормально. Ну, ладно, почти нормально. Хорошо, давай, Санджи, пошел.
Тебя тоже надо прокачивать. Там у нее приемчики новые. Звук сходит с ума, так что я рад, что я выключил вам его. Так, ладно. Осталось завалить пиратов. Давайте сначала картошку завалим, потому что пираты-то обратно не превратятся. Или в пацифист, или еще в кого. Вот картошка может. Так, выбираемся отсюда. Туда главное не попасть. Так. Окей. Ну, все оказалось не так печально, как казалось. Все-таки персонажи прокачаны. И пусть мы потеряли Зоро, но он у нас очень хорошо отслужил. Ему надо будет накормить еще на энергию, чтобы можно было применять его короночку. И все будет хорошо. Так, ты последний, что ли? Кажется, да. А не, вон там картошка какая-то. Блин, превратилась в пирата, а? Отлично. Та-дам. Так, звук врубаем, потому что звук сходит с ума. А, что-то мы там нашли. А, нашли какую-то ерунду. Хорошо, хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас инвентарь. В инвентаре место еще есть. А, вот это у нас какие-то панцири. По карте нам, в принципе, идти только прямо. Хотя здесь тоже был какой-то, по-моему, проходик. А, вон там, слушайте, тоже можно поковырять. Давайте там поковыряем. Я надеюсь, здесь еще какой-то третьего уровня кирки нету, потому что как бы уже хватит, наверное. Есть, развалили. Так, куда мы выходим? Тут ничего такого, там можно подниматься наверх. Вот тут он опять у нас стражи Арабасты пошли. Так что это, наверное, одна из каких-то локаций просто Арабасты. Там он еще стена, которую можно сломать. А наверх можно подняться? Интересно, что там? Давай, 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 давай. Нет, там ничего интересного. Так, ладно, если там у нас просто часть локации Арабасты, то пошли в другую сторону, куда еще можно было пойти. О, здесь, смотрите, можно наверх запрыгнуть. Вот на этих вот гейзерах. Так, давай. Ну, давай. Опа. Есть. И куда это нас выведет? Целая куча стражи, да и черт бы с ней. Она меня не тревожит. А, слушайте, это мы с вами снова вернулись сюда. Понятно. Не сказать, что шибко полезный какой-то проход. Просто чисто такой кружок сделали. Блин, большая локация. Пацифист надо убивать, с них надо... Ой, детали надо с них собирать. Опа, а там, как похоже, какой-то босс. Так как к нему забраться надо сейчас найти. Так, это чтобы вернуться назад. Оно нам пока не нужно. Так, оп. Тут, наверное, сейчас Фрэнки будет что-то строить. Сейчас посмотрим. Там внизу какой-то гриб. Еще вниз как-то можно попасть. Посмотрите, там дерево, типа. Да, что-то сейчас что-нибудь состряпаем. Так, что можно сделать? А, здесь всего-то дерево требуется. Стоп, а мне еще ГП надо поднять статус, чтобы туда поднять. Огненный-то ладно. Нужно поднять золотой ГП. Что у меня есть для золотого ГП? У меня есть такая вот золотая хрень. Сфера. Вот эти вот драги есть. В принципе, можно. У меня там еще вообще золотые жуки в этом в банке лежат. Вот монета здесь есть еще. Не знаю, зачем нужна монета. Может быть, для того же. Но монету тратить реально пока неохота. Руду. Ловушки. Нет, ловушки туда не подойдут. Так, давайте, наверное, вот этот вот драк заюзаем сейчас. Там нужно на 3 поднять. У меня с собой наверняка не хватит всего этого дела. Угу. Так.
Можно еще вот это вот эти панцири. А нет, панцири эти нам никак не помогут. О, у меня ж тут есть голден эти фрукты-то, ёптить-поптить. А я тут не знаю, что придумать-то. Так, и что еще нужно поднять? Зеленый на 7. У меня как раз вот этих листочков я уже не знал, куда их девать. Я, конечно, понимаю, что у меня сейчас деревьев с собой нету, это нужно. Но добыть-то мы их прямо на этой же локации можем. Хорошо. Так, что еще нужно? Еще на 3 надо поднять зеленую и одну на красную. Так. Зеленую на 3. Во! Фрукты. Раз. Два. Нормально. И еще. Оп. И вот так. Так, еще одну красную надо бы поднять. Чем бы ее поднять? Морковку бесхозную. О, все хватает? Ну да, осталось только деревья найти. Хорошо. Так, ладно, сюда мы сейчас еще вернемся. Пошли пока. У нас сегодня уже есть босс. Круто. Опс. Так. Туда вниз особо прыгать не хочется. Я, конечно, понимаю, что там... Или спрыгнуть. Давай спрыгнем, посмотрим, что там. Раз уж пошла такая пьянка. Я не знаю, как, зачем я сюда приперся. И есть ли здесь вообще что-то. Где мы вообще находимся по карте. Бог знает где. Деревья там, в самом начале локации. То есть мы туда еще с вами выберемся. Единственное, что у меня, по-моему, закончились орехи. Да, так что теперь будем передвигаться пешком. Ой-ой-ой, ребят, вы неинтересные. О, давайте-ка Робин возьмем. Мы нашли панеглиф. Там, кстати, есть тоже достижение, что если панеглифы редкие находить или все прочитать, Робин будет способности проверяться. Робин говорит, дай посмотрю, говорит, это очень старое, я могу это прочитать. Здесь говорится, что великое дерево... Бог узнает, что делает, говорит, что-то там нас всех уничтожит. Типа, здесь имеется в виду что-то связанное с Габри? Она говорит, типа, говорит, возможно, что да. Говорит, я, говорит, люблю слова кровные, это не знаю, как переводится, и не люблю слова уничтожены. Так, ну все, здесь больше ничего не нужно. Ладно. За Робин, кстати, у меня уже есть, по-моему, суперприем какой-то, но я не могу его применить, потому что, опять же, энергии мало, надо будет их потом всех накормить. Это сделаем, наверное, уже ближе к финальному боссу, а может быть, и на этом боссе сделаем, потому что, чувствую, гребем мы здесь. Я не знаю, какой здесь босс будет сейчас, то есть, так, понятно, это чтобы наверх попасть. Вы-то уже знаете, потому что в названии серии будет сказано, какой тут босс, а я вот сейчас играю, я не знаю. Так, локация большая, еще куча ребят, скорпионы, которые не сказать, что мне нужны. Тут там что-то есть за углом или нет, или простой тупик? Нет, ничего тут нет за углом. Так, ну кажется, и все. В принципе, по-моему, это довольно такая бесполезная локация, чисто так. Ну, а кто сказал, что каждая локация должна быть полезной, верно? Так, возвращаемся назад. Плот. А! Хорошо, здесь хоть не сбиваешься. Да что ты будешь делать, ты, Робин-то? Во. Отлично. Так, ну что, давайте отсюда сейчас выбираться. Нам нужно найти еще деревья. Они у нас были как раз в той части. Давайте, наверное, за ними сбегаем сейчас. А потом уже будем смотреть, что у нас находится в той части локации. Мне просто уже стало слишком интересно, что же здесь за босс. Потому что вы-то уже знаете, что за босс. Ну, давай, прыгай. Прыгай. Ну... Вот. Ну, давай, подкинь. О, отлично. Они прямо здесь сейчас будут, эти деревья. Вот как перед самым входом вот в эту часть локации. Отдыхайте, мальчики.
Кстати, еще довольно-таки интересный момент, что в игре сделано то есть в игре добавлен такой элемент, как обязательная находка карты. То есть, если бы я карту эту не нашел и не узнал бы место, где найти сундук с рецептом, то я бы кирку бы не нашел. А не найди я кирку, то, соответственно, дальше я тоже все пройти не могу. Кстати, вот они, деревья. Давайте возьмем какого-нибудь мечника. Можно, конечно, кирку взять, но я что-то как-то мне проще с мечником. Кстати, Зора у меня мертвый. Не, молодец, сейчас на босса пойду без одного персонажа. Так, сколько их там надо было? 8 штук, по-моему. Ну, сейчас нарубим их, вроде здесь много. А я думал, зачем здесь столько деревьев? Жук, лети отсюда. Так. О, зрители собрались-то, а? Я не буду, наверное, ничего вырезать пока что, потому что... В принципе, здесь все довольно близко и все довольно понятно. Так, сейчас еще срубим несколько деревьев. По-моему, хватит. Я, по-моему, уже их чуть штук 6, по-моему, нарубил. Я что-то не считал особо. Ну, попытаемся сначала так убить вот, персонажа. У нас есть, я уверен, в Чопере. После битвы с Доном Фламинго у нас Чопер вообще просто монстр. Сколько деревьев? Уже 10 штук наковырял. Все, хорош, пошли к боссу. Все. Йо-хо-хо-хо. Вот, о чем, собственно, я говорил в первой части Unlimited Cruise. У нас были такая же система карт, но там ничего обязательного не было. Я, честно, даже ни одной карты не воспользовался, потому что что-то как-то вообще про них забыл, признаюсь. Вот. Здесь же нифига. Если встал в тупик, то значит нужно продолжать делать что-то. Что еще можно? И рано или поздно тебе что-нибудь да откроется. Где-нибудь что-нибудь найдешь, где-нибудь найдешь какой-нибудь рецепт и так далее. То же самое с рыбалкой здесь. То есть рыбалка уже нужна была обязательно два раза. И никуда от нее было не отвертеться. Притом обязательно был апгрейд рыбалки. Без этого бы мы никак не поймали последние три рыбы, которые бы на самом деле ловились довольно-таки нелегко. Чтобы сделать этот апгрейд, тоже приходилось там делать прокачку определенно. Короче, ну вот так вот все между собой связано. То есть, ну это прикольно. Летел. Итак, кто же? Кто же у нас тут? Брык. Да что ты будешь делать? Гриб, давай не сачкуй. Давай уже это. Во. Так. Активация. Хорошо, что мне с собой всего хватило, чтобы апгрейд сделать. Так, лестница. И это хорошо. Такая вот локация небольшая будет. Хотя бог его знает. Итак, ну что, смотрим. Босс. Сейчас будет кто-нибудь симпатичный. Много симпатичных. Толпа симпатичных. Да ладно, Виви. Что, вы хотите драться? Виви и стражники. Твою же налево. О, какая замечательная леди. Не может быть. Виви. Эй, это же Виви. Типа, и не пытаетесь захватить королевство. Арабаста не сдается. Ты вообще что несешь? Мы ж типа друзья. Кажется, я начинаю понимать, что происходит. Похоже, здесь все против нас. Ну что, похоже, у нас нет выбора, кроме как обезвредить ее. Луфи, я тебе морду набью, если ты хоть пальцем тронешь ее. Я понимаю, что ты чувствуешь, но Виви, отойди. Я буду защищать свою страну, не имеет значения. Ну ладно, давайте посмотрим. Ой. Виви, я даже не думал, что против Виви будем драться, как босс поставит. Так, ладно. Ой, Виви. Так, тут еще стражники. Стражников я очень не люблю, потому что... Тихо. Хорош. Потому что стражники в большинстве случаев начинают респаться. А эти еще очень довольно-таки противные. Брук у меня по жизням не прокачанный, так что я не буду особо сейчас напрягаться пока что. Попробуем бить ее нормальным способом. Оп. Тихо. Стражники вообще, по-моему, на месте стоят. То есть давай сюда отойдем. Просто сейчас Виви у нас. Оп. Она уклоняется, ты смотри какая, а? Она своими этими крутилками.
который, кстати, доставал довольно-таки из интересного места в анимешке, что меня очень всегда забавляло, сколько раз я не пересматривал это. А потом, когда узнаю, что она все-таки еще и принцесса, думаешь, ах, ты ж принцесса. И, кстати, эта принцесса меня сейчас замочит, между прочим. Так, на жизни переключимся сейчас, я не буду лечить его. Опа! Нормально. А, да нет. А, Брука убила. Вот ты ж, синеволосая негодяйка. Так, ладно, Нами пошла. У меня в Нами, кстати, короночка есть. Кстати, хороший повод ее испытать, верно? Ну, не так много сняла, кстати. Я думал, будет, наверное, побольше. Так, ну и... Ну, Нами простые удары прокачанные вот эти я сделал. Отнимает, по-моему, даже больше у нее. А может и нет. Может, мне просто кажется. Так, тихо. Спокойно. Королева. Или принцесса. Интересно, а у нее будет способность, наверное, духи свои эти будет применять? Мне прям очень любопытно. Тихо. Оп. Эй. Нормально. Ой. А, уже коронку делает. Да ладно, это что, курица? Нет. Утка. Эй, куда ты? Утка бьет. Так, а утка долго здесь будет носиться с нами? Утка, ты чё? Утка хорош. Вот так, утка завязывай. Так, все, утка вроде слиняла. Так, а вот Виви стал какой-то очень злобный. Ой, нами что-то тут открылись какие-то способности. Главное, вовремя. Так, охрана стала двигаться. Да. Сейчас и нами тоже у меня огребет. Так, все, нами тоже померла. Хорошо. Мы не отчаиваемся. Пусть у нас против нее Санджи будет. Чоппер у меня уже свое отвоевал. Я сейчас его не хочу трогать. Зора у нас уже нету. Но я чувствую, расслабляться тоже не надо. Да ты смотри, что делает. Она сейчас меня так завалит. Я уклоняться даже нормально не могу. Девушка. Да что ты будешь ты делать-то, а? Ладно, давайте вот так. Нормально. Так, чуть-чуть подлечимся. Да ты смотри, сколько ударом снимает. Это вы... Ой, блин, я лечилку применил впустую. Убери с рук. Нормально. Во, как мы ее... Да что ты будешь делать? А теперь она меня рубит, а? Ты смотри, что творит? Она уворачивается еще как хочет. Вы мне про этого босса говорили, что он будет меня очень сильно убивать? Не, я, конечно, понимаю, что наверняка речь стала про Белоуса. Но чувствую, нам еще до Белоуса надо дожить. Так, ну-ка. Оба. Убьет сейчас. Так, все, похоже... Так, ладно, Робин, давай тебя. Нормально. Так, давайте сюда отойдем, что-то там стража копится. Мы от нее подальше отойдем. Во, цель сделаем. Нормально. Нормально. Вот против Иви это уже куда более действенно. А, опять это утка. Утка. Да дрянная ты утка, я почти добил. Уйди от меня. Уйди от меня, утка. Почти. Давай, Робин. Давай. Даешь барок бокс. Во. Фу. Нормально. Победили. Что дадут, интересно, за нее. Ну что, довольно интересный босс, по крайней мере, было очень неожиданно. Мне понравился.
Вот видите, первая локация уже босс. Может, тут на каждой локации по боссу будет, да еще по-прикольному. Так, подняли золотой ранг, уже неплохо. Да, говорит, это был действительно тяжелый бой со своим другом. Интересно, как там настоящая Вивен поживает? Да, типа, у нее все нормально. Думаю, мы увидим ее с дня на день. Да, увидим когда-нибудь. Это же, типа, Grand Line. Рано или поздно опять нарвемся на Арабасту. Хорошо. Микс Канди 3 штуки. Это что такое? Так, Микс Канди. По-по-по. Короче, это можно применить... А, ну, понятно, восстанавливает силы, жизни и все такое. Ну что, было, я думаю, вполне неплохо. У нас как раз время подходит к концу. У нас был босс на нашей новой локации. Ну, на старой новой локации. Ну, вы меня поняли. Хорошо, давайте на этом закончим. Это было клево. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо. Всем пока. You wanna listen to? Listen to me, listen to me, listen to me now. One that you wanna listen to.